акселератор мне дал выход вообще в новый формат мышления. То есть вот я сейчас понимаю, что то, как я видела все год назад, и сейчас это совершенно разные реальности. Ты становишься более уверен, ты понимаешь, что да, эти высоты, они реально достижимы. Привет, меня зовут Настя Камаева, и у меня проект «Игра в каллиграфию», онлайн-курс. Школа помогает влюбить детей в письмо, родителей в детей, потому что это такой получился партнерский проект, где важно два человека, да, родители и ребенок, и они идут вместе. То есть в самом начале, когда зародилась эта идея, она возникла из моего опыта, просто так получилось. То есть у меня был опыт со своими детьми, мы обучались дома самостоятельно, и мне необходимо было решить проблему своей дочери, потому что ей сложно было с печатных на прописные перейти. И не получался стандартный подход «садись и пиши». И мы нашли другой вариант, я стала с ней играть в каллиграфию. То есть я пошла сама учиться, потому что мне это интересно, и она подключилась. И так целый год у нас была такая практика, которая вылилась потом в статью, я написала статью в соцсетях просто, и она очень много отклика получила и вопросов. И сам проект родился 1,5 года назад. С приходом акселератора появилась идея и создание онлайн-школы большой. И вначале был просто таким проектом на коленке. Но эффект от него был такой удивительный, что я поняла, что вау, это классная история, она очень многим нужна. Но не было у меня знаний, не было возможностей, не было понимания, как его дальше развивать. Необходимо было, чтобы появились какие-то дополнительные знания, потому что у меня было ноль знаний, как делать правильно. И тогда появился акселератор. Я познакомилась с ребятами, я увидела их интервью Сергея и Димы, где они рассказывают, что такое онлайн-образование, какие школы, какие у них результаты, сколько они зарабатывают, как они развиваются. Для меня, конечно, это вообще шок был. То есть я вообще как будто в другой реальности жила. Короче, любовь с первого взгляда это была. Больше мне не нужно было никаких особенных там слов. Вот. И основная инвестиция – это в учебу. Результат этих вложений мне окупился в первый же месяц. И за первый месяц я заработала 515 тысяч. На сегодняшний день за 10 месяцев оборот почти 3 миллиона. То есть там чуть-чуть вот я слежу, не хватает. Но с самого начала это был очень хороший старт. И переход вообще в новую реальность, в новый формат и в новые возможности. Это большое сообщество, поддерживающее. Ты заходишь туда и понимаешь, что то, как ты думал раньше, это не рабочая схема, что надо мыслить масштабно. Ценность в том, что они дают возможность другим людям реализовать свои таланты. Сложно верить в себя, сложно сделать первый шаг, сложно начать что-то делать по-другому. И они настолько мотивируют тебя на действия, что ты просто берешь и делаешь, и получаешь результаты, и понимаешь, что да, действительно это все работает. То есть у меня две роли, вот очень важные, которые мне все время хотелось совместить, но это было сложно. Роль мамы и роль предпринимателя, да, назовем ее сейчас. Я никак не могла их соединить воедино. Все время в отрыве была вообще от детей, от семьи. Либо ты там, либо ты тут. И я постоянно вот туда-сюда моталась. Сейчас у меня реально получилось все это соединить, и я могу планировать свое время. И даже если что-то пошло не так, ты сам на свою жизнь влияешь. Для меня акселератор, наверное, идеальный вариант. То есть вот такое решение, как они предлагают, такого уровня, я больше не знаю. Я не знаю, кто. Ну, то есть вот такого формата я не знаю, кто. Наверное, никто. Вот. И почему нужно к ним именно идти учиться? Потому что нужно идти учиться к мастерам, к лучшим. Если ты реально хочешь добиться своей цели, если ты ее поставил или хотя бы ты как-то помечтал, ее увидел, сделай первый шаг. Самое важное – это сделать первый шаг. И дальше уже будет двигаться очень легко. Но если ты его не сделаешь, ты останешься на месте. И значит, ты ушел назад. Поэтому делай первый шаг и иди вперед.